этом году впервые в Пинске пройдет фестиваль уличного искусства «Перекресток» в рамках творческого проекта «Пинская пешеходка». 9 мая, в День Победы, центральная пешеходная улица Ленина превратится в своеобразный театр под открытым небом, где выступят артисты разных жанров. Как будет воплощена культурная затея, организаторы поделились с нашей съемочной группой. Дух старины и современной жизни переплетаются здесь, в историческом центре города над Пиной, с его неповторимым колоритом. Пешеходная улица Ленина, живописная и тихая, какой ее привыкли видеть горожане и туристы, вскоре заживет яркой культурной жизнью. Клоунада и пантомима, поэзия и живая музыка, танцы и ремесленничество – все это случится с Пинском в одном месте в День Победы. 9 мая стартует пилотный творческий проект «Пинская пешеходка», в рамках которого пройдет фестиваль уличного искусства «Перекресток». В этом проекте мы приглашаем творческих людей реализовать себя именно на вот этой прекрасной пешеходной улице Ленина. Здесь будут отведены специальные площадки для выступления. И все, я обращаюсь к людям, которые любят петь, танцевать, может быть, читать рэп. Может быть, есть артисты театральные, поэты, которые сами пишут стихи, сами реализовывают их, читают. Может быть, жонглеры или циркачи. В общем, все жанры и виды искусства, которые есть, мы приглашаем всех. Культурный проект творческих инициатив, разработанный отделом идеологической работы культуры и по делам молодежи Пинского горисполкома, вынашивался годами. Как только началась реконструкция улицы Ленина, было принято решение в дальнейшем воплотить оригинальную задумку. Сегодня уже разработано положение, которое доступно в средствах массовой информации. Вот такими проектами мы делаем праздники для пинчан, для самих себя, для горожан и для наших гостей, приезжих. То есть мы планируем, что этот проект уже будет пинской фишкой, так как у нас когда-то были зори над Пиной, мы теперь их восстанавливаем, так как мы пытаемся, и я уверена, что так и будет, сделать пинским проект фестиваль старинной музыки, потому что у нас есть такие возможности, так и пинская пешеходка. Сегодня на реконструированной улице есть все возможности. Много хороших уголочков оформленных. Так улица Ленина приглашает на большой праздник творчества «Пинская пешеходка», призванный объединять таланты, повышать культурный облик города над Пиной и его туристическую привлекательность. Фестиваль уличного творчества будет проходить в два этапа. Первый – это интернет-просмотр, либо живое прослушивание. И второй – это само непосредственное участие уже в самом проекте. Для этого нужно написать заявку на участие и прислать нам на почту centerpinsk@mail.ru, либо по телефону 32 25 77. Это методический отдел Пинского городского дома культуры. Автором логотипа фестиваля уличного творчества «Перекресток» может стать каждый пинчанин, как профессиональный дизайнер, так и любитель, отправив свои художественные разработки по адресам, указанным на экране.